А между тем сенаторы предлагают рассмотреть выгодный и быстрый вариант газификации северных регионов республики. Речь о магистральном газопроводе с точкой подключения в городе Ишиме, приграничной Тюменской области России. По утверждению депутата Асем Рахметовой, вариант поставки газа по газопроводу Сарыарка, который сейчас рассматривают, обойдется дороже и займет больше времени. Начать газификацию северо-казахстанской области Минэнерго планирует в 2026 году. Подведение голубого топлива спасет лесной фонд от вырубки и втрое сократит вредные выбросы в окружающую среду, считает сенатор. Газификация придаст импульс дальнейшему развитию экономики областей, создаст условия для реализации крупных инвестпроектов, в том числе в сфере агропромышленного комплекса. Поэтому прошу конкретизировать сроки и перспективы газификации Ахмолинской и Северо-Казахстанской областей. Для решения проблемы рассматриваются альтернативные варианты, один из которых – строительство магистрального газопровода с точкой подключения в районе города Ишим Тюменской области.